Всем привет, друзья! Вы на канале «С миру по пиву». Приветствую вас в недрах секретной лаборатории изучения пива. Сегодня у нас на обзоре будет последняя баночка пива Юсберг, которое мы не пробовали. Это Юсберг Бок, 7,5% алкоголя. Бокбир, друзья мои. Ну давайте, ладно, открываем, наливаем. Такой красивый пивоцвет. Бокал, кстати говоря, Таргет, крафтовая армянская пивоварня. Таргет, темная река. Что у нас здесь? Пиво светлое, пастеризованное, фильтрованное, Юсберг Бок. Состав: вода подготовлена, солод ячменный светлый, солод ячменный карамельный, хмель, дрожжи, алкоголь 7,5%, плотность 16%, жлобский объем 0,45. Что я вообще хочу сказать про пивоварню Юсберг? Когда-то давно я вообще их приводил в пример, это была самая лучшая пшеничка, обалденный просто Юсберг Вайс. Пилснер был отличный, но со временем что-то менялось. Менялись руководители данной пивоварни, хозяева. И вот сейчас мистер Бриман, широко известный в узких кругах человек, владеет этим Юсбергом. И то, что он делает, мне, честно сказать, не нравится. Все баночные версии этого пива мне не понравились совершенно. Хиллес — это просто ужас какой-то был, просто сборник каких-то дефектов. Пилснер — это совершенно не пилснер, без хмелевой горечи пива не может быть пилснером. Дункель, ну, более-менее. Пшеничка, ну, пшеничка тоже более-менее, но совершенно не та, что была, там ТТХ поменяли. Что я у них еще пил? Келлер бир, такой сладкий, конфетный, не понравился. Ну вот, дошли мы, друзья мои, до Бока. Слушаем аромат этого крепкого пива, пробуем вкус. Пенной шапки нет, при этом нет даже пенной короны. При этом карбон-то вот хороший. По аромату это больше напоминает Стронг Лагер. Такой мощный солод. Сладость еще дополнительно. Хмеля не чувствуется здесь. Ну, в целом неплохо. Пробуем вкус. Вкус сладкий. Такая леденцовость. Карамельность. Я бы даже сказал, немножко тостовости здесь есть. Пьется вполне приятно. Насколько можно назвать это пиво боком? Ну, в принципе, может быть, и можно так сделать. В целом, ничего плохого я про этот бок сказать не могу. Хотя, опять же, как-то выделить что-то особенно тоже не могу. Тем не менее, любителям стиля можно купить, попробовать. Вдруг зайдет и понравится. Продается в Бристолях, в Окее, если не ошибаюсь, в Ленте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале «С миру по пиву». Всем добра и мира. Увидимся.